Северском районе завершаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2020 года. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы капремонта общего имущества собственников квартир. В этом году ремонт провели в 22 многоквартирных домах. Основную часть работ заняла починка крыш. Кровлю заменили в 20 домовладениях – в Северской, Афипском, Черноморском и Октябрьском. У нас 16-квартирный дом по улице Запорожской. Вот. Мы регулярно платим взносы фонду капитального ремонта. Мы следим за тем, чтобы все платили, чтобы должников не было. И вот в этом году у нас случился такое праздничное событие. Вот нам сделали новую крышу. И теперь мы просто счастливы тем, что наша крыша не течет теперь. И самая красивая в районе. Огромное спасибо и фонду капитального ремонта, и этим ребятам, которые нам делали эту крышу. Тоже большое спасибо. Они молодцы. Сделали хорошо. Также проведены работы по ремонту фасадов и отмостки. В поселке Афипский в доме по улице Победы заменили 4 лифта. Были заменены 4 лифта в 4 подъездах. Так как срок годности данных лифтов уже истек, им было 25 лет. Соответственно, благодаря программе регионального капитального ремонта у нас такая возможность появилась, и люди на сегодняшний день с новыми лифтами. Также мы благодарны подрядной организации, которая организовала, помогла нам, то есть в содействии с нами, быстро и в срок сделали данный вид работы. Самое главное, у меня квартира, вот и все 4-комнатные квартиры, они граничат с лифтом, было очень шумно, а сейчас тихо, мы сейчас лифт не слышим. Обслуживание проведено за счет средств фонда капитального ремонта, оплачиваемых жителями многоквартирных домов. Всего направлено денежных средств на сумму порядка 44 миллионов рублей. Также сформирован и утвержден план по капремонту на 2021 год. Планируется отремонтировать еще 22 дома на сумму более 40 миллионов рублей. Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов просит жителей своевременно и в полном объеме оплачивать взносы на работы по капитальному ремонту. Это необходимо для сохранения домов для будущих поколений.